God damn. Связь не к черту. А куда? В центр связи, да? Ладно. Ух ты, ёб твою мать. Ядро земли, что ли, тут разбурили? О, опять какие-то панельки. Эпсилон в норме. Ладно. И побежали. Побежали. Прыжок веры, видимо, придется делать. Я думаю, ты пролезешь, если что. О! Да у нас руки есть. Чувак, ну я бы допрыгнул. А чё, кто тут шуршит? Вроде никого. А ног у нас нет. Ёб твою мать. Это что за херня там? Блин. Да ё-моё. Она нас сожрет, наверное, да? Если нам туда, то куда на вышке. Надеюсь, она одна. А, или нам наверх. Блин, а вот хер его пойми, может... Может, сюда-то нам и не надо. Точно, сюда не надо. Что, нажать не... Блять, что-то нажать нужно. Ой, мать, я что-то сломал, как всегда. Твою мать, нажимайте! Рычаг отхерачил, что-то там. Что это такое? Ладно. Камушек, о, можно что-нибудь кинуть. Твою мать, дальше не мог. Я не понимаю, где он? Вон, вон, вон. Слушай, ну можно же. Твою мать. Я думал, он побежал со мной. Нам нужно туда, вот в ту сторону, я просто... Быстрые шаги, я подумал, что он бежит за мной. Смотрите, смотрите, конечно. Давай, давай, суй пальчик, быстрей. А? Твою мать! Твою мать! Она бежит за мной. Или нет? Быстрей! Нет, она не бежит. Что я сделал? Вообще ничего не понял. Понажимал какие-то эти рычаги, снул пальчик. Банальчик. О, смотрите-ка.
Я не про Липчика, он про ту механическую фигню. О, черт, плохо дело, я вырубаюсь. М, Роджерс, ребят. Вы меня слышите? Мне нужна помощь. Я плохо слышу. Хоть книга. Давайте почитаем. А, это лампочка просто. Очень много рыб на иллюстрациях. Это неудивительно, да? С одной стороны. Эмми, скетч. О, прикольно. Несколько раз эта фигня меня просто, я думал... А, вот смотрите, доступ к центру связи по лестнице. Это, возможно, к нам туда. У нас есть две двери. Сюда пойдем. Включен. Кто там? Патос 2. Патос. Или я не прочитал. Давай, давай. Что вы такое? Вы слепой? Это я, Карл. Карл Сенкер. Объездчик. Что, не знаете такого? Я? Вообще-то нет. Ну спасибо, вы мне очень помогли. Я ж тут на полу не валяюсь, чего там? Вы человек? Блин, что, по телу заметно? А я тут скрыть пытался. Да, я человек, а вы? Меня зовут Саймон. Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький. Ну тогда понятно. Слушайте, я ранен, как вы заметили. Если увидите кого-нибудь, скажите им, что я тут. А где вы находитесь? Вы серьезно? Я же тут. Видите, машу вам. На руки посмотрите. Привет. Понял, понял. Я просто... Я вас не вижу. Я вижу машину. Говорящего робота. Вы куда там смотрите? Я тут. Видите? Понял. Я просто не ожидал, что вы такой. Вы зациклены на внешности. Вы это знаете? Как вы поранились? Точно не знаю. Выбился надолго. Не могу вспомнить, как я сюда попал. Ну а что вы помните? Я был на месте пилота. Управлял УП. УП? Универсальным помощником. Ну, это робот такой. Вот как они, только быстрее. Короче, я работал с тепловыми экранами и... Потом ничего не помню. Как объяснить человеку, что он робот, да? Вы дистанционно управляли роботом? Мы все время так делаем. Роботы сами совсем не справятся. Микросхем их интуиции нет, знаете ли. Может, вас как-то затянуло в роботах? Да. Разум прочно с ним связывается. Но нет, это вряд ли. Пипец. Слушайте, я не хочу вас пугать, но мне кажется, что вы попали в робота. А я вам говорю, проверьте зрение. Я тут. Я вижу обе своих руки, обе ноги. Когда управляешь, видишь только видео с робота. Своё тело при этом не видишь. Если других увидите, скажите им, где я. Мне очень больно. Приведите помощь. Охренеть. Приведите помощь. Ладно, понял. Чувак, ну пипец, да? Как бы, все, хана. Да, блин, он сейчас умрет, наверное, наверняка ведь. Так и не узнал, что он робот. А, может... Мне очень больно. А, простите, кажется, я дернул не тот рычаг. Не важно. Главное, врача мне найдите. Может, логичнее механика? Вот тут что, цирк? Врача зовите. Но вы же робот. Правда? С ногами, руками, лицом? Вы бредите. Ладно, успокойтесь, я не буду... Зовите грёбаную помощь! Ведите Холланда! Сообщите остальным! Да... Я б тебя сфоткал. Но мобилы нет. Посмотрим, может быть... Блин... Давайте сюда. Ведь он наверняка так и помрет, не узнав, что он робот, блин. Смотрите,
первое подобие человека вижу. О боже, он мертв. Он мертв. Стоп. А того как звали? Случайно не вот этот? Последние резервные турбины запустили? Все подключено равномерно. Мы специально распределили риски. Ну все. Энергии Патоса хватит до нового апокалипсиса. Мы можем идти. Надеюсь, мы тут ничего не напутали. Мне туда возвращаться совсем не хочется. Расслабься, все кончено. Мы идем на Тету. Может, больше блоков перекрыть? Я не верю, что помощники не взбунтуются. Мы перекрыли все. Все. Казан до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ему немало придется повать. Беги. Ну что ж там дальше-то будет? Пусто. Закрыто. Не работает. Ой, я боюсь. Смотрите-ка, вода. Ну, скорее всего, нас сейчас затопит. Ага. Понял. Я же понял. Да, я понял. Блин, не люблю возвращаться назад. По тем же местам, потому что эпсилон. Я забыл, куда нас тетка звала. Тело на месте. Ладно, идем. Может, закрыть на всякий случай. Значит, внизу там эта херобора ходит, с которой мы наверняка еще встречаемся. Возможно, даже придется спуститься к нему. Потому что я вообще ничего не понял, что там произошло и что такое. Снова давайте прочтем воспоминания. Мы перекрыли все. Все, сказал до центра связи. Если кто туда еще дойдет, ему не надо придется повать. Беги! То, что мы слышали в целом. Уже. Карфаген, смотрите. Больше тут ничего интересного, что ли? А может быть, критический сбой системы? Блин, да ну, неужели туда придется спускаться? К этой роботу. Даже не знаю. Ладно, вот сюда можно пальчик сунуть. Смотрите-ка. Заперто. Заперто, все правильно. Запущен процесс блокировки. Подробности на терминале. О! Типа я могу... Я могу набрать, если я наберу цифру вот здесь, которая написана, например. Эти цифры были там в этом Омнимусе или как эта фигня называется, я не помню. Администрация, трансформаторная. А тут есть место, где я нахожусь? А, вот вы тут. Блин, челночная станция. Ладно, будем ходить в открытые двери. Давайте попробуем на один нажать. А чё? Почему окей нельзя нажать? А, вот можно. Блин. А что-то какие-то имена там.
Четырехзначный, что ли? Хер его знает. Войди. А, это пароль нужно ввести. А не помните, какой пароль? Давайте пальчик сунем. Я тут подумал о пароль, который мы в самом начале игры вводили. Твою мать. Что ж тогда делать-то? Опасно. Я не думаю, что сейчас где-то здесь будут листочки с паролями располагать. Вводить в систему. Черт. Исследовать. Сейчас давайте еще раз к нему сходим, может, что нового скажем. Не двигаться не могу. Не трогайте меня. Ведите Холланда. Понятно. А может, его грохнуть надо? Тоже непонятно. Здесь закрыто. Пожалуйста, найдите помощь. Блин. Ну, может, это единственный, кстати, способ, я просто не знаю. Тут методом тыка в моем случае. А назад наверняка тоже можно спуститься. Блин. Да. А где эта херня? Она ушла, что ли? Я ее не слышал. Что-то там затряслось. Ну, кстати, тоже, возможно, робот. Давайте здесь все осмотрим, обыщем. Мы в целом здесь были. Я был. Здесь какая-то тоже непонятная конструкция. А может быть, эти вот штучки, куда я палец сую, возможно, это просто типа для... ачивочки или еще что-то в этом роде. Какой-то дополнительный бонус. Здесь ничего нет. Хм. Ну и эта штука ушла, так что, скорее всего, наверное, здесь ничего не поделать. Единственное, что я видел, ну, во-первых, пароли вот эти вот. Как-то надо, да? Давайте возьмем, может, что-нибудь разобьем там. Расхерачим. Ну, вот это можно стекло, но это... А, тут нет стекла. Ну, да ладно. Чё-то какие-то трески. Может, вот так вот? Да ладно, в текстуре застрял. Да, ну, бред. Пароль мне тоже ничего не ясно. А, тут мы были. Может, я что-то не заметил, кстати. В тех местах, в которых были. С этим, может, контактировали. Больше я даже не знаю, зачем.
тут еще вообще можно сделать? Да. Тут, может, я тоже пропустил. Подожди-ка, а может быть 0722? Из предметов у нас эта штука есть. Давайте закроем. Раз. Подожди, имя входа. А как? Подожди, 0... Подожди. Ой, 0722. Вы вошли как Карл Самкин, а я 88 набрал. О, персонал. Диспетчер, геотехнический инженер, наладчик, объездчик. Выйти из системы, значит... Следом сладкое. Складское помещение, фабрика Дюкер. Почта. Черновик. Мы закончили работу над энергокомплексом, прекратили доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы при первостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает не на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Давайте отправим. Ну ладно. Походу за интернет не уплатил. А что толку-то мне тут делать? Управление питанием. А. Да, отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Понял. Это, видимо, мне вот это отключить, а это включить. Честно, что это отключить-то мне надо? Давайте две вот эти херни включим. Посмотрим, что там? Блять. Отломилось. Никто сюда не вошел, что-то какие-то трески просто все время слышу. Сюда ни хера не видно. Черный ящик — это прецизионный выбор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей, температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ. Наблюдающей системе ПАТ-СС2, чтобы станция могла обеспечить вам подходящую рабочую обстановку. Устройство может работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоньюктору. Только так вы сможете быть уверены, что имплант используется правильно. Что там трещит все время? Падает, грохается что-то. Что мне дала эта информация? Ясно. Некая книжка. Ага. Смотрите, может быть, это... Что это? Что это такое? Ну, я не могу это взять, да? То есть это просто какой-то предмет. Который... не будет находиться у нас в инвентаре. Еще мы открыли что-то еще мы открыли, но не знаю что. Подожди-ка, вот, наверное, доступ к центру связи. Так к нему надо что-то там подключиться. Секунду, а что там было написано? Складское помещение. Отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи.
Подожди-ка, это мне надо этого робота, что ли, выключить или что? Или может быть вот это? Типа... Нет? Нет, наверное, да. Зелененькое это там, где я так понимаю. То есть, получается, вот там что-то находится. Блин, мне кажется, этот рычаг все-таки надо отключить. А, вот еще что-то. Хм. А, я понял. Кажется. Мы загрузили систему до предела. Если вы дернете этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. Твою мать, откуда я знаю, нужно ли или нет? А какой рычаг? А, у меня выбор, видимо, отключить тот рычаг с чуваком, либо вот этот. Ну, судя по всему. Получилось? Блин. Ну ладно.